Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть GTA 5. Итак, ну и чего-то там украли. Теперь давайте. А, самолет. Ой, самолет, вертолет мы украли. Так, теперь где у нас хорошая миссия-то? Именно этого персонажа. Твою ж мать, вот она. Ну давайте, я не знаю, на вертолете. Возьми трубку. So, like у нас все готово. Floyd, Congo, so да. Tell Floyd, it is a good idea to meet at the condo. It's a great idea. And tell him we need chips and dip and prostitutes. Кстати, хочу поздравить вас всех. С 9 мая, с Днем Победы, да, действительно выдающееся событие. И я горд. Горд, то, что наши, как сказать, как правильно выразиться-то, военные, нет, наши деды и прадеды не дали фашистам пройти, да, не дали войти в эту кабалу. Когда хотели убить все расы, оставить только арийскую. Ну, кто историю знает, тот поймет его. Арийская раса. Да. О, кстати, тюрьма недалеко, а я даже не знал об этом. Ладно. Вот. Фашистов всех мы победили. Тот, кто думал, что победили американцы, и второй фронт был открыт, ой, вы глубоко заблуждаетесь. Только СССР, им не Россия, а именно СССР, да, победила нацистов, потому что там были все, в то время были все, а сейчас уже такой идиотизм начался, мама не горюй, все друг от друга отказываются, все друг друга, не знаю, в душу плюют, но это страшное зрелище, конечно. Ну ладно, не будем об этом, тем не менее, поздравляю вас с праздником 9 мая. Продолжаем играть. Блин, на этом гребаном вертолете так долго лететь. Почему бы мне с вами песню не спеть? Какой, подождите, а военные песни какие там? У солдата выходной. Пуговицы в ряд. Ярче жаркого огня. Золотом горят. Ох ты, господи, я даже помню песни. Я реально помню песни. Это песни те, которые не стоит забывать. Это песни те, которые действительно достойны жить и существовать. Давай. Hey, fuck is this bullshit? We handled your little immigration problem. What the fuck it was? No. Oh, absolutely. А я прибыл. Давай разберемся, что там за херня здесь происходит. Так, что мы с тобой сделаем? Here's Trevor. А вот и Тревор. Супер! Один в куртке, блин, в кожаном, другой с голым торсом. Так, только что вы, парни, с радостью поможете правительству. Серьезно? Да ну, мы... А мне говорили, что мы поучаствуем в этом деле, что мы, хрен знает, согрешим. Поимеем всех. Давай, где тут мощная волна патриотизма? Я тут все вот делаю. Я. Ты головка от барабана. Понял? Не совсем. Я же говорю. Ой, ой, не жилец ты. Вы хороши, да. Три секунда. Слушайте, нам нужна помощь. С кое-чем еще. Часть правительства, часть его довольно продажна. А я-то тут прихрену. Ну только не твоя, которая так, но мы по-хорошему продажи. Но управление, они хотят устранить панику. И этим обеспечить себе бюджет. Вот за это
А вы платят, и теперь они раздобыли средства, которые нужны нам для борьбы с преступностью. Для подкупа продажных чиновников. Блин, да, вот это бред. Наркота. Эти ублюдки обожают торговать наркотой. Мы против, я против наркоты. И я вам не советую никогда не связываться с наркотой. Не употреблять, не фасовать, не продавать. Самый гнилой бизнес, самые гнилые люди. Их не любят нигде абсолютно. Они пользуются авторитетом только среди наркоманов. Херота, короче. Господи, у меня только злость нахрен. Походу большой револьвер так в руке завобразался. И так бах каждого наркомана отдельно. Ну давайте, ладно. И как же мы это провернем? Не знаю. Ну? О, кстати, да, машина там у меня моя. Классический блиц. Это же промзона, так? Предлагаю задействовать технику. Мусоровоз блокирует путь. Экватор валит. Замаскируемся. И все будет в шоколаде. И будем надеяться, что у этих парней нет с собой тревожной кнопки. Если есть, то тогда придумаем еще что-нибудь. Или когда, если когда твою мать. Буду бдеть. Блин. Тревор, блин, спасибо, Майкл, без проблем. Тревор, блин, ну вообще беспардонный. Ой, все бы так жили, как ты, Тревор. Покиньте сектор. Давай. Давай. Покинул сектор. Что далее? Сохранить. Давай. Давай, летим на этот этаж. Извините, я не могу читать. Немного подробностей для этого дела нам. Так, мусоровоз возьмем. Его в Миропарк и отгоним. Так, на машине было бы долговато, конечно. Хотя, посмотрите, улицы, ну, вполне разрешают, да, чтобы действовать. Кто хочет этот знак вопроса решать, решайте. Я не против, но, блин. Они не повисли. Итак. Где-то здесь мне надо притулиться. Кто знает такое слово «притулиться»? Так. Ну-ка давай. Да кто ж его видел-то, блядь? Вот так. Господи, столько машин. Ладно. Ну я-то на вертолете. Пошел нахер. Еще ничего не прогрузилось. Да, кстати, кто может, кто желает на видеокарту, да, сброситься. Реквизиты внизу в описании. Привет, Тревор.
Я скучал по тебе. Привет, Уэйс. Я тоже по тебе скучал. Привет. Да вот так. Привет, все зайки. Привет, господи. Ваши приветы нужны, как в морге Констаньеты. Констаньеты — такая херня музыкальная у испанцев. Массируй мне. Отлично. Отлично. Тревор, заработался, да? А где твои суррогатные? Кто мальчик? С горящими глазами. Тут все не так. Что все тут? А, короче, все в сборе. Вот это мне нравится. Вот это уже дело, да. Как массаж ноги. Просто супер. Не, чувак, я пас. Послушайте, я позвонил вам, чтобы обсудить одну тему. Итак, вот сейчас будет, да, действительно, жопа тема. Я помню эту миссию. Он вроде бы как сэкономил 20%. Так. Итак, давайте выберем. Или выбирать не надо. Господи, еще и я за руль. Отправляйтесь к аэродрому. Ну давай. Sandy Shores. That's quite a distance. What's with this guy? Man, I didn't realize we were going all the way out. Блин, да пошел ты нахер, у меня броня тут стоит. Тем более машина не моя. И я под водочкой Байкал. Поэтому мне плевать на все. Потому что я русский. Господи, почему некоторым так стыдно, что он русский? Я наоборот горжусь этим. Дело же не зависит от нас, дело зависит от человека. Есть человек говно и есть нет. Вот и все. А нация, вероисповедание, это уже не имеет значения. Только один вариант, либо ты говно, либо нет, и все. Давай, поехали. Сюда. Industries, я прям слышу, я прям английский слышу, тебя хватит такая. Но я полностью английский не знаю, поэтому не могу ничего хорошего сказать. Ни плохого, ни хорошего. Так, здание выросло. Господи. Тревор, это бизнес. Майкл, какой бизнес, Майкл? Американский бизнес. Hey, you know this airstrip we're going to? We're managing it. Yeah. Не мне решать, потому что я, извините, не в Америке рос, живу и расту. The lost MCLLP experienced an unexpected downturn. We had to step in. The lost motorcycle club. Да у нас другие ценности. Да. Serious businessman, T. Сюда. Блин, такая машинка. The hard-working entrepreneur is getting shit from a guy so lazy he retired in his 30s. And then from this other guy, whose sense of entitlement is so strong, he asks how far we had to travel when he's off the job he ain't even qualified to do. This is why the country is screwed. There's not enough me's, there's too many you's. Yeah, a country full of you's. That's just what this world needs. Shit would get done. It would be Darwinian. Hey, look, dude, we're helping you out. Okay, but if you think you'd be better off on your own... No, 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 hey, look, hey, the God, just let's calm down, all right? We have a score to take. There is profit to be made. Куда ты, я его вышиб, короче. By G-men and forced to work for free? Yeah, all right. Talk us through exactly what's going on. We're going out to Sandy Shores. I know that part. My guys will meet us there. They'll have the submarine. I'm gonna get into said submarine. Далековато едем. Ну, насколько я помню, на подводную лодку мы едем. Right? Ah, flying lessons. Right. You know, I was gonna have them, and then oh, total idiot.
Hey, what's the next part of the plan? There's an army chopper at the airfield. You're both getting into Michael's flight. Блин, вот так, смотрите, с правой стороны, наверх можно было подняться куда-то, хрен знает. Да, выдуманный город, выдуманная страна такая. Ну, страна, может, не выдуманная, но город, но точно выдуманная, это я точно знаю. Нет такого города. What kind doesn't matter. How much will be paid for it does matter. These are government scientists we're robbing. I said at the condo. The tests are being run by Meriwether Security Consulting. Ah, yes. Хотя на вертолете было бы легче. Fresh from fighting our secret oil wars. Should be very relaxing. If stealing a prototype like this from the government was relaxing, then everyone would be doing it. As it stands, we've got an opportunity to mint some serious coin. Oh, there's easier ways. This sounds extreme, T. Even for you. Can't we rethink? I mean, how deep are you into it? How deep? I've got a sub. I've got a big helicopter. I've been researching this since I got to LS. Those guys, Wade and his cousin Floyd, are expecting a paycheck. Same with my intel guy, Ron Jakowski. Who is a damn sight better than Lester, I might add. Okay, fine. Вот такие повороты я, кстати, только в Азии видел. Да. Настолько резкие были, настолько, как сказать, непривычные. Только в Азии видел. Это, ну, хотя они на американцев, да, акцентируются. Поэтому, возможно, так оно все и есть. А я знаю, куда я прибыла, да? Hey, hey, here's the sub, Floyd. Wait, wait in the hangar. Давай. This is our chopper, I guess. Давай, залазь. Твою ж мать. Take off and hover low over the submarine. The rig on the chopper will connect to it. I wish you'd done the flying lessons like I told you, but no, nobody can tell Michael anything. Так. Потащили. Такие вертолеты, кстати, только тоже, только в Корее видел. В России таких не видел. Там американские вертолеты летали в Корее. Поэтому только там я их и видел. Вот я и создался. Таких вертолетов в России я не видел. В России есть три боевые вертолеты, только таких я не видел. И да, я добыл его на военной базе. А еще тут какое-то военное снаряжение в салоне, пушки и все такое прочее. Если будет жарко, все это пригодится. Где ты, блин, будешь воевать-то там? На подводной лодке-то. Давай. Так, надо сейчас горы перелететь. Правда? Ты не находишь дело серьезно. Давай, 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 давай. В океан летим? Или в море? Что это такое? Я не знаю. Господи, сюда же еще на машине можно приехать. А вот по идее, эта вот карта очень даже подошла бы на World of Tanks. Было бы замечательно. Сейчас там люди подъехали. Давай. Yeah, show us how it's done then, T. If you're such a professional. Да.
Так. Теперь ты. Поиск. Цель найдена. The app is live. I'm reading the signal. Давай. Посмотрим, куда ты меня приведешь. Куда ты, тропинка, меня привела? Без милой принцессы мне жизнь не мила. Ах, если бы славный король открыл мне в сердце принцессы пароль. Ведь я не боюсь никого, ничего. Я подвиг готов совершить для него. Hey, how you doing down there? Ah, I'm staring into the abyss, and I like it, Michael. Так, ну приближай все-таки, помалу-помалу, ну приближаешь. Давай. Вот эту штуку мне, да, надо забрать надо. Поднимайся на поверхность. Давай. Господи, hey, man, такая муторная немного. Ой, я помню, я помню. Раньше я столько времени, столько всего. Пришлось говна столько изложить так, чтобы под эту миссию пройти. Сейчас что-то очень легко, просто. Как кролл просто. Давай. Хачапури. Ядерный в хорошем смысле. Так, нам заплатят. Хорошо заплатят. Давай, 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 давай. Твои координаты у нас, мы ждем тебя на поверхности. Да осталось-то чуть-чуть, уж ждите. Блин. Глубоко было просто. Поднимайся и уходим отсюда. Вот я. Ладно.
Так. Lift me up, let's go. Давай, 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 давай. Так. Зависнуть, блядь, так не надо. Что-то я не пойму, что ты не хватаешься? Хватайся, блин. Твою ж мать-то. Stick, Майкл, жми на ручку. Нам пора. Да я знаю, что жми. Потому что он, блин, мне охота быстрее закончить эту хрень. Так. Подписчики, кстати. Нормально. Нормально идет. Пока нормально идем. Кажется, они кончились. Итак, летим к взлетной полосе. Бля, опять. Ладно. А что это было? Я же говорил. Мируэр, Зер. У частной охраны таких вертолетов не бывает. Ты прав. Мне достаточно видно, что на самом деле это армия. Мое дело сейчас не влететь в что-нибудь.
А доставить до базы целым и невредимым. Давай. Сократил миссию, да, да. Ох-ох-ох, сколько. Давай. Все получилось. Давай. А, конечно, получилось. Далее. Так, это мой ангар. Самолет садиться не надо. Твою ж мать, это... Подать сюда такси не могут. Ну-ка давай-ка посмотрим, что у него здесь. Ой. Темным лесом. Темно, конечно. Ай. Ох ты. Бух ты, барах ты. Оба транспорта здесь. Это хорошо. Так. Для начала сюда. Мы это купим. Да подожди ты. Так. Интернет. Интернет, я сказал, бля. Так. Путешествие, транспорт. Воздушные суда. Мне небольшой такой. Самолет-то уж нет, а вот вертолет, да, пригодился бы. Хотя вот такой самолет может быть и... Да, наверное. Да купить, ладно. Man, I love the internet. Так. Яхту я уже даже не помню, покупал я вообще яхту или нет. Ладно, пусть вот такая будет. Well, по дешевке возьмем. Like и мне надо спецтранспорт. Твою ж мать. Ходит в праздничный сюрприз. Ходит в праздничный сюрприз. Да вообще-то я не про это, нет. Так. Вот такое вот. Что-нибудь из этого. Все. А, окей. Так. Давай, блин, твою тачку еще прокачать надо, так-то по идее. Так что не обессудь.
Раньше ты первый, кто был на модных тачках таких гонял. Потому что на тачках достоин гонять только ты, по идее. Как водитель. У тебя и навыки вождения лучше. Так. Да и признал ты другими, как бойщик хороший. Давай, 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 давай. Опа, опа, опа. Так. Так, да плевать на вас на всех. С большой колокольни. Учитывая, при каких деньгах я. И поворот. Так. Так. Господи, стреляют. Но это не по мне. Давай купим. Все купил. Все, теперь это мое. Мы купили, хрен знает что за это. Это заведение представляет жителям так. Ежедневная прибыль составляет 2 косаря. Да нормально, я согласен. О, кстати, да, вспомнил что-то за заведение. Кстати, хорошее заведение. Let's go! Давай. Вот так, поехали. Где-то на трассе там. Чё ты? Саровоз. Давай. Come out. You got the day off, homie. Получается пока. Блять, 2 звезды заработал на пустом месте. Как? Ё-моё. Блин. Так. Даже в 4-й части, блин, это по продуманию было, чем в 5-й. Так.
Поехали. На мусоровозе. Чучмек. Сам ты чучмек, бля. Сюда, сюда, сюда. Вот так. На тебе в нос. Так. Правильно. Ой-ой-ой-ой. Привиси, зараз. Выходь. Уебан зибит-то. Так, отзваниваемся. Говори, что у нас все хорошо. Мусоровоз есть. Ну что ж. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии. Спасибо тем, кто донатит. Да, вот у меня средства связи есть. Также жесткий диск. Теперь на видеокарту. Все потихонечку, все помаленечку будем копить. Пока!